Видео подготовлено onlinegdz.net, задание номер 10.19. Даны две убывающие линейные функции k1x плюс m1 и k2x плюс m2. Подберите такие коэффициенты k1, k2, m1, m2, чтобы графики линейной функции совпадали. Для того, чтобы графики линейной функции совпадали, у них должны быть одинаковые коэффициенты, то есть k1 должен быть равен k2, m1 должно быть равно m2. То, что линейные функции убывающие, указывает нам на то, что k1 должно быть меньше нуля и k2 должно быть меньше нуля. То есть это у нас может быть любая функция. Допустим, вот пусть у нас y будет равен минус x плюс 2. И еще одна функция y равен минус x плюс 2. Либо, допустим, это может быть уравнение функции y равен минус 4x минус 4. И еще одна y равен минус 4x минус 4. И так далее. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. А если у вас есть вопросы, подписывайтесь на наш канал и социальные сети. Ссылки найдете в описании.